По поводу нарциссов. Нарциссы вот сейчас у нас находятся в таком состоянии. Буквально через недельку, а на некоторых местах, где солнечное такое местонахождение, выкапывать нужно сейчас для того, чтобы выбрать материал посадочный для выгонки. Вот, выкапываем нарцисс. Вот у нас в таком состоянии. Хороший, красивый. Вот. Видите, здесь какой хороший ком. Нарциссы можно не выкапывать по 3-4 года. Некоторые люди не выкапывают десятилетиями, но он мельчает и становится некрасивым. Вот самые крупные луковички, вот смотрите какие, я выбираю. Мелкая луковица, у нас мы посадим ее назад, на это же место, вот они. А самые крупные луковицы мы посадим в ящики для того, чтобы они у нас цвели в марте месяце. В феврале, к Дню Святого Валентина, можно подарок сделать любимым. Можно к Новому году. Это зависит от хранения. Вот таким образом нарциссики выкапываем. И нарциссы не надо сильно долго сушить. Их нужно будет только подождать, чтобы подсохла ботва. Чтобы ее обрезать и посадить сразу в ящики. Вот примерно такие ящики, либо деревянные ящички. Сажаем. Вот высота... Где-то 10 сантиметров должна ящика быть. Любого, хоть деревянного, хоть такого. Но обязательно, чтобы были дырочки, чтобы было где дышать. Сажаем так же, как в грунт, на высоту луковицы. И оставляем на улице. Поливаем, ухаживаем, делаем все как надо, как будто они у нас растут на улице. Забираем его только в конце октября, уже после проморозки, для того, чтобы получить выгонку.